Затем я предлагаю вместе нам давать пранама по лобистым стопам его Шикша Гуру,
Михаил, Омишна Бана, что ты вашата Сриши, Иван Рупануга, Чаривари, Шрила Вамана Госвами Махарадж. I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev. Anitya Lila, Purvish, Om, Vishnu Bhad, Ashtotra, Sata Sri, Bhakti Pratyan, Keshu Goswami Maharaj. Я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз в лотосных стоп моего Парам Гурудева. Нитя Лила, Правиш, Ом, Вишну Бхад, Раштотра, Шата Шри, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. And to Prabhupada, Srila Bhakti Sriyasa Thakur, all of his eternal associates, and our entire Sri Rupanuka Gaudiya Guru Parampara. Также я предлагаю свои пранамы Шри Бхакти Сиддханти Сарасвати Такур, всем его вечным спутникам и всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парампари. And finally, I offer my pranam to Param Pujapad, Srila Bhaktivedanta Vyasi Maharaj. Также я предлагаю свои поклоны Шри Бхактивиданте Вьяси Махараджу. And all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis of Sri Devananda Gaudiya Math, my pranams, Vanchakam Pukadugas. И также мои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве Девананда Гаудия Мат. By the conscious mercy of Sri Guru and Gauranga, as we perform our Navadvip Parikrama, now we have come to the island of Koladweep. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, по мере нашего совершения Парикрама Шри Навадвипадхамы, мы сейчас с вами пришли в Коладвипу. And within Koladweep, we have come to this supremely pure transcendental place. И в Коладвипе мы с вами пришли в это удивительно чистое трансцендентное место Шри Девананда Гаудия Мат. This place is extremely, extremely dear to my heart and to my Gurudev and my Prabhupada. Haribo! Очень-очень чрезвычайно дорого моему сердцу, моему Гурудеву, моему Парам Гурудеву и нашей Гуру Парампаре. You know, when my Gurudev was in his household life, at that time, by hearing very beautiful katha of Bhaktikama Madhusudan Maharaj, and also one Radhanath Das Adhikari, that is our Param Pujapad Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj, he became very inspired, and just like Raghunath Das Goswami ran away from home in the middle of the night, our Gurudev from Tiwaripur in Bihar, he ran away from home in the middle of the night and came by train to Navadvipa. Когда он жил еще семейной жизнью, он очень вдохновился Харикатхой Камала Махараджа и Тривикра Махарадж. Он настолько вдохновился, что подобно Рагунате Дасу Госвами, он сбежал из дома поздней ночью и отправился к своему Гурудеву. И посреди ночи он прибыл на вокзал Навадвипадхама. Он никому не сказал, что он приезжает, он никому не сказал времени своего прибытия. But one brahmachari was there with a lantern in the dark at the train station at night, calling, "Oh, Tiwariji, Tiwariji!" Но там на станции с фонарем его встречал один брахмачари, который ходил, ожидал его и кричал, "Тивариджи, Тивариджи!" He said, "I am Tiwariji. Who are you?" Он сказал, "Я Тивариджи. А кто вы?" "I am. My name is Sajjan Sevakas Brahmachari." Haribo. Ему ответили. Later he became famous throughout the whole universe as Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Затем он стал известен во всей вселенной как Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. So Sajjan Sevak Das Brahmachari said, "Oh, Gurudev has sent me to bring you to the mat." И Саджан Севак сказал, "Это Гурудев отправил меня за тобой, чтобы я привел тебя в мат." And then he brought our Gurudev here. И затем он привел нашего Гурудева сюда. So, Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshavaraj, he was Sarvajna, omniscient. He knew when his Nitya Parika, his eternal associate was arriving. Наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж был Сарвагья, он все знал, и он знал, что его вечный спутник прибывает сюда. And Srila Gurudev came here
and here in this place he gave dandavat pranam for the first time to his Sadhguru. Шрила Гурудев пришел сюда, и именно здесь первый раз он предложил дандават пранамы своему гуру. And he said, "O Gurudev, whatever love I had for my family, for my parents, for my wife and children, everything, I'm collecting it all together and offering that love at your lotus feet." И он сказал своему Гурудеву, "О Гурудев, всю любовь, которую я имею к своей семье, к своим родным, к своей жене, я предлагаю у ваших лотосных стоп." And Param Gurudev embraced him. И Парам Гурудев обнял его. So at that time, actually, there was no big temple and ashram. В то время еще не было большого храма, ашрама. So Srila Bhakti Pragyana Keshavaji was just developing this project. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж в то время только развивал этот проект. So at that time, the boats were coming along the Ganga here and delivering with the deliveries of bricks. В то время здесь по Ганге плыли лодки, где были кирпичи, с кирпичами. Our Gurudev, he was very young and very athletic. He was running to the Ganga and stacking the bricks from the boat on his head. 10 bricks high and carrying the bricks on his head from the Ganges to this place. Наш Гурудев был молодым, очень атлетичным. И вот так он шел на Гангу, шел к этим лодкам, брал там кирпичи и складывал их себе на голове и приходил сюда. From morning to night he was serving in this very humble way. И с утра до вечера очень смиренно он служил таким образом. So this what is very dear to us because our Gurudev himself carried all the bricks here to build this mat. И поэтому этот мат очень дорог для нас, так как Гурудев сам приносил кирпичи, из которых он состоит, из которых он построен. So Srila Bhakti Pragyana Keshava Swami, he was the topmost Tattvavid philosopher and also Paramarasik. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, с одной стороны, был непревзойденным философом, а с другой стороны, он был парамарасиком. Атимартья чаритрая свасрита манчапалине джива-дукке садатая синама премадайне. In his Pranam Mantra, it is said, Atimartya Charitraya, he had supernatural, otherworldly characteristics. Его пранама-мантре Атимартья Чаритрая указано, что он обладал удивительными сверхъестественными качествами. So Asrita Anantapalini, and he had such a Shishya-Vatsalata, Shishya-Vatsalya, love and affection for his disciples. И у него была невероятная Shishya-Vatsalya. Он очень-очень любил своих учеников. You know that once the one brahmachari, Ananda Mohan Das Brahmachari, he became sick with the, was the cholera, TB, tuberculosis. Однажды один брахмачари, Ананда Мохан Дас Брахмачари, заболел туберкулезом. And Param Gurudev tried everything he could, taking him to different doctors to save him. И Парам Гурудев делал все, что он мог, чтобы спасти его, отвозил его к различным докторам, а делал все возможное. But finally it was hopeless. Но наконец стало понятно, что это безнадежно. And Param Gurudev had to go preaching and he had to choose someone to take care of Ananda Mohan Das Brahmachari. А Параму Гурудеву нужно было отправляться на проповедь, и ему нужно было кого-то выбрать, чтобы оставить ухаживать за Ананда Моханом. But no one wanted to do it because you may get TB also and you may die. Никто не хотел этого делать, потому что этот человек мог бы тоже заболеть туберкулезом, заразиться и умереть. So our Gurudev, Gaur Narayan Das, he volunteered, I'll take care of him. И наш Гурудев Гаур Нарайан Дас вызвался на это служение. And this young brahmachari was very simple, but very dedicated to kirtan and serving and cooking for Param Gurudev. He became so sick he was vomiting blood and passing stool and urine in his bed and Gurudev was cleaning everything. Это был очень простой брахмачари, он был очень предан, он был очень предан киртану, он также готовил, убирал, и он был очень болен, и Гурудев ухаживал за ним и убирал за ним, мыл его. But at the last moment he became very effulgent and he was smiling. Но в последний момент жизни вдруг он засиял и стал улыбаться. And he was saying, "Oh, Gurudev is calling me." И он сказал, о, Гурудев меня зовет. Gaur Nityananda Prabhu are calling me.
Гаури Нитянанда Прабху зовут меня. I'm going to Radha and Krishna. Я иду к Радхе Кришне. And then Gurudev held the lotus feet of Ananda Mohandas Brahmachari and said, oh, take me with you, take me with you. И тогда Гурудев взял стопы Ананда Мохана, Даса Брахмачари, и сказал, пожалуйста, возьми меня с собой. And then he went to Radha and Krishna. И тогда он отправился к Радхе Кришне. So Siddha Gurudev said, when he saw this, then his Guru Nishtha became double. И Гурудев говорил, что когда он увидел это, то его гуру-ништха удвоилось. Because he saw, whether you are wealthy, whether you are aristocratic, whether you are very learned, all these material qualifications, they don't matter. Only one who has rendered nishkapat, nishwartha, guru seva, then they will get the blessing of Gurudev and go to Goloka Vrindavan. Потому что он понял, что все мирские квалификации, такие как эстетическое рождение, богатство, ум, ничто вам не поможет, но лишь если вы совершаете нишкапата гурусеву, только тогда вы можете отправиться на Голоку Вриндавана. When Param Gurudev heard that Ananda Mohan Brahmacharya passed away, he was weeping in separation. И когда Парам Гурудев узнал о том, что Ананга Мохандас Брахмачари оставил тело, он плакал в разлуке. There was one who was godbrother of Srila Bhakti Prajnana Keshamaraj who had taken the Babaji Vaish from him. His name was Bansi Bhadanananda Das Babaji. Вот один преданный, который взял Бабаджи Вешу от Парам Гурудева. And he was doing bhajan in Chinchura. Он совершал баджан в Читуре. So our Param Gurudev went there, and when he became very old and he was about to pass away. И наш Парам Гурудев пришел туда, когда он уже был очень в пожилом возрасте. And when he passed away, with all devotees chanting the holy names, very auspicious. И тогда он стал, когда он оставлял тело, то Парам Гурудев пел киртан со всеми преданными, это было очень благоприятно. Then Param Gurudev, he gave Dandavat Pranam to his own shishya. И тогда Парам Гурудев предложил Дандават Пранаму своему собственному ученику. And with Kirtan, he did a parikrama of his own shishya. И с киртаном он совершил парикраму вокруг своего ученика. And he was weeping in separation. И он плакал в разлуке. You know that when Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj was young, he was doing seva here with the printing press. Вы знаете, что когда Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж был молод, он занимался здесь служением печати издательства Прихатприданга. And he was working so hard day and night, you know, you have to put all the letters in one by one and backwards also. And print. And one night he was very tired and he cut off the tips of his fingers in the printing machine. Он очень тяжело служил день и ночь, очень много работал, нужно было ставить буквы одну за другой, также наоборот. И так однажды он очень устал и отрезал себе кончики пальцев этим печатным станком. And Param Gurudev came running there. Парам Гурудев прибежал туда. And seeing what had happened to his most beloved disciple, he was weeping. И когда он увидел, что случилось с его любимым учеником, он плакал. And he took him to the hospital, and he was had some treatment, and after some time it was quite miraculous. Everything grew back perfectly. И он сам отвез его в больницу и помог ему с лекарствами, и чудесным образом все скоро стало как прежде. But I'm giving these examples why Swasrita and Chapalini, how Srila Bhakti Prakhyan Keshavaj was such a Shishya Vatsalata. He had such love like a mother, like more than millions of mothers for each of his disciples. Почему я привожу эти примеры? Потому что Парам Гурудев обладал удивительной Шишья Ватсалатой. Он очень-очень-очень любил больше, чем миллионы матерей, он любил своих учеников. Yogita vichare kichu nahi pae tumara karuna sara yogita vichare kichu nahi pae tumara karuna sara chaliya karuna le chaliya kantiya karuna Yeah.
examine myself, I see I have no qualifications at all. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал: «О, Гурудев, когда я заглядываю внутрь себя, я не вижу никаких, никак, совсем никакой квалификации». So if you are not merciful to me, then I will weep and weep and I will not be able to maintain my life. И если не, ты не прольешь на меня свою милость, то я буду плакать и плакать, и я не смогу поддерживать свою жизнь. So it is not uncommon that the disciple is weeping for his Gurudev. But our Param Gurudev was so affectionate. He was weeping for his disciples, like Ananda Mohan Das Brahmachari, like Sajjan Sevan Das Brahmachari, and Bhaksi Bhagavananda Das Babaji Maharaj. Это не удивительно, когда ученик проливает слезы по своему Гурудеву. Но здесь наш Парам Гурудев плакал по своим ученикам, Саджан Севак Дас Брахмачари, Ананда Мохан Дас Брахмачари. Srila Bhakti Pragyan Keshava Swami also gave sannyas to Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, the founder of ISKCON. И также Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал саньясу Шриле Прабхупаде, основателю ИСКОН. Some people say, oh, Gaudiya Math, oh, the God Brothers of Prabhupada, they were against him. This is complete lie. This is the opposite of the truth. И часто говорят, что Гаудия Матхи на самом деле все против Прабхупады, но это абсолютно неправда, это полная противоположность. When Srila Prabhupada went to the West, he was always sending telegrams here and writing to our Gurudev and to Srila Trivikrama Maharaj. Когда Шрила Прабхупада отправился на Запад, он писал телеграммы сюда, нашему Гурудеву и Шриле Тривикраме Махараджу. And when Srila Prabhupada's preaching, after one year being in New York, he was failing all the time. But finally, suddenly, he was doing kirtan and hundreds of devotees joined him. And he wrote this in a letter and sent here to Devananda Gaudiya Math. Сначала Шриле Прабхупаде было очень тяжело в Нью-Йорке первый год, но затем, когда его проповедь наконец увенчалась успехом, он пел киртан, к нему стали присоединяться очень многие местные жители, он отправил письмо, и все были очень счастливы. So when the devotees here in Devananda Gaudiya Math saw the letter of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada saying now hundreds of Westerners, they are becoming devotees, they were so amazed. И когда они получили письмо о том, что сотни западных людей присоединяются к движению Шрилы Прабхупады, они были чрезвычайно счастливы и изумлены. 500 years before, Mahaprabhu had said, Prithivichi Achiyata Naganadi Graham Sarata Praja Hoipa Mora Nam. But 500 years had passed, still nothing had happened yet. But now, that prophecy of Mahaprabhu had come true. 500 лет назад Махапрабху дал свое пророчество, но вот прошли за эти 500 лет, ничего особенного не произошло, но вот сейчас, наконец-то, оно начинает сбываться, оно начало сбываться. So we were hearing before how Maharaj Lakshman saying, he wrote that once Krishna sent a letter to Radharani. Мы слышали о том, как царь Лакшман Сен рассказывал о том, написал стихотворение о том, как Кришна написал письмо Радхарани. И Кришна спросил Сакхи, а как Радхарани ответила на мое письмо? Then Sakhi said, when Radhika read your letter, she composed the tune and began to sing your words. Как она отреагировала на мое письмо? И Сакхи ответила, что Радика, когда она получила его, она сочинила мелодию и стала петь в этой мелодии, пропевать это письмо. Then she was singing and playing Veena also. Также она не просто пела, она еще играла на Вине. Then she taught your message to a parrot also to listen from the parrot. И также она обучила этой мелодии твоему письму попугая, чтобы слушать его. This is the symptom of love. Это симптом любви. So similarly, when Maharaj's letter came here, Prabhupada's letter came here saying, now the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu is coming true. The devotees here in Devananda Gaudiya Math took the letter of Prabhupada and put it on a small table, like we have for Tosi in the middle of the temple room, and they did kirtan around Srila Prabhupada's letter. И тогда, когда здесь преданные в Гаудия Матхе получили письмо Шрилы Прабхупады, то они взяли это письмо и поставили его на маленький столик посреди зала, как алтарь, когда мы ставим туласи, и стали совершать парикраму вокруг него. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Came back,
Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj came back to India for the first time. He came by airplane to Calcutta, and only one person was in the airport to meet him. My Gurudev. И когда Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж Прабхупада прилетел в Калькутту обратно, в аэропорту был только один человек, который его встречал, и это был мой Гурудев. And Srila Gurudev brought him here. И Шрила Гурудев привел его сюда. And you know, when there's a program here in Devananda Gaudiya, there's thousands and thousands of people. И вы знаете, когда здесь Девананда Гаудия Матхи проходят программы, сюда приходят тысячи людей. The preachers here have so much shakti, they're so empowered. А у проповедников здесь очень много шакти, как у Махараджа. Kali Kali Dharma Krishna Nama Sankirtan Krishna Shakti Bina Nahi Taram Ravartan. Without Krishna Shakti, no one can speak. The holy name. The parakrama, Navadvip Dham parakrama of Devananda Gaudiya Math is the biggest parakrama in the world. Hare Bol! Без Шакти Кришны никто не может проповедовать. И парикрама Девананда Гаудия Матха самая большая парикрама в мире. Парам Пуджапад, Шрила Бхактивиданта Парьяти Махарадж Ки! He is present Acharya here. Он сейчас ачарья здесь. So, Srila Prabhupada came here, there were thousands of people here, and everyone wants to know what happened when he went to America. Шрила Прабхупада пришел сюда, и здесь были тысячи людей, и все они испытывали огромное любопытство, они хотели знать, что же было там в Америке. Srila Prabhupada said, in New York, I went alone and I sat beneath the tree in Tompkins Square Park. И Шрила Прабхупада ответил, что в Нью-Йорке я был один, и я просто сел по деревам в Tompkins Square Park. And I closed my eyes. Я закрыл глаза. And began to sing. И стал петь. Sri Krishna Chaitanya. Он сказал, когда я открыл свои глаза, я увидел чудо. If there's a drain of sewage and there are some worms living in that drain, they will never come out. If you take them out, they'll go back in again. Если есть какой-то проток канализации и там живут червячки, то они никогда не вылезают оттуда, они всегда остаются там. But I saw the worms were coming out of the drain of stool. Я увидел, как эти червячки вылезают из канализации испражнений. That means all of these mad hippies. Это означает, что все эти люди хиппи. Drinking alcohol, taking LSD, smoking ganja. Которые пили алкоголь, принимали наркотики, курили марихуану. And free love. И занимались свободной любовью. They were leaving everything, putting on tilak and dhoti and dancing in the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. Они все оставляли, наносили тилак, надевали дхоти и присоединялись к киртану Чайтанья Махапрабху. This is just a creeper of Nityananda Prabhu. Это милость Нитянанда Прабху. And Srila Prabhupada was crying, and hearing this, everyone was weeping. Шрила Прабхупада плакал, и все, кто это слышал, тоже плакали. Where? Right here.
и где это было прямо здесь. So many historical occasions have taken place here. Очень много важных исторических событий произошли здесь. We cannot come to the end of the glories of this state of undergoing. И невозможно окончательно, целиком и полностью прославить это удивительное место. Param Gurudev had a god brother named Narahari. У Param Gurudeva был брат в Боге по имени Нарахари. Yes, and he was given the name Seva Vigraha, the embodiment of service. He was always serving. И его прозвали Сева Виграха, воплощение служения, так как он всегда занимался служением. He used to serve all day, and then at night time, then he would have to chant his rounds in the middle of the night. Он служил целый день, и ночью ему нужно было воспевать свои груди джапы. He used to put some string on his seeker and tie it to the ceiling, so if he would fall asleep in the night, Он привязывал свою шикху чему-то на потолке, и таким образом, если он засыпал бы, то это заставляло бы его проснуться. He was so humble and so sincere. Он был до такой степени смиренным и искренним. So Param Gurudev made these gates called the Narahari Taran. The gate of Narahari, if you want to enter into this holy dharma, you have to go through the gate of following in the footsteps of Narahari Seva Vigraha. И Param Gurudev построил здесь ворота, которые назвали Нарахари Таран, ворота Нарахари. Это означает, что если вы хотите прийти в это место, то вы должны следовать по его стопам на Нарахари. So in this complex there are different khandas, different sections. So on this side is the toilet block, the toilet section. So Param Gurudev called that Dhyana Khanda. Здесь в этом здании очень много различных секций. И вот с этой стороны находится туалет, и его Param Gurudev назвал Dhyana Khanda. Karma Khanda, Dhyana Khanda, Kevala Vishera Bandha. The path of Dhyana for liberation, you should lead like school. So that was the name of the toilet block, Dhyana Khanda. Желание Дьяны для того, чтобы обрести освобождение, можете оставить, как вы оставляете все в туалете. Oh, following the example of Prabhupada Bhaktisiddhanta Sutthakur in the Mulmat, here you can see above the deities, around in four corners, there are the four acharyas of the four Vaishnava sampradayas. Также следуя примеру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура в Мулматхе, здесь вы можете увидеть, отсюда не видно, но там видно, что есть четыре статуи ачарьи четырех вайшнавских сампрадаев. And here Param Gurudev established first. Radha Chintani Deshenaya Sakanti Vilopita Sri Krishna Tamam Vande Radha Lingita Vigraham. The beautiful Vigraha of Radha Vinod Bihari. Именно здесь впервые Param Gurudev установил прекрасную Виграху Радха Винод Бихари. You can see Krishna here has a fair complexion. Вы можете увидеть, что здесь у Кришны светлый цвет тела. Because he became so absorbed in separation from Radhika that he became golden. Потому что он так погрузился в разлуку со Шримати Радикой, что он стал золотым. When I came the first time to Devananda Gaudiya Math, когда в первый раз я прибыл в Девананда Гаудия Матх, this is not the Vigraha, it's Krishna has come. He's doing Prakat Lila here. Когда в первый раз я пришел в Девананда Гаудия Матх и увидел эту Виграху, я подумал, что это не Виграха, это сам Кришна сюда пришел. And I became very moved that all the sannyasis and brahmacharis here, they're very affectionate, very much full of love and very merciful. И я был очень тронут тем, что все саньяси и все брахмачари здесь очень добрые, очень отзывчивые, очень милостивые. He's remembering Rama. Gurudev made me do Natakam drama of the life. I had to play the role of Raghunath Das. Вспоминает о том, как Гурудев велел мне сыграть в Натаке, сделать Натаку, поставить драму и сыграть Рагхунатха Даса Госвами. И Шрила Тривикра Махарадж первым заплакал. And Gurudev was weeping also. He said, this is not a drama. Actually, this was the Gaura Lila manifest before our eyes. И Гурудев тоже плакал, и он сказал, что на самом деле это не драма, это настоящая Гаура Лила разворачивается перед нашими глазами. I had forgotten, but he's remembered. Я забыл, но он помнит. So, why is this island called Koladvip? Почему этот остров называется Koladvipa? In Satyuga there was a Brahman.
named Vasudev. Кстати, Юга жил браман по имени Васудев. Васудев Випра. And he was a great devotee of Lord Varahadev. Он был великим преданным Господа Нарахадева. And he was worshiping Varahadev here and praying, "Oh my Lord, please give me your darshan before my eyes. If I don't see you directly, then my life is useless." Он молился Варахадеву: "О, Господь Варахадев, пожалуйста, дай мне свой даршан, пожалуйста, явись перед моим взором, иначе моя жизнь бесполезна." And Lord Varahadev appeared here and gave darshan to Vasudev Vipra. И здесь на самом деле явился Господь Варахадев и дал даршан Васудеву Випре. He told him, "Oh, Lord Brahma did yagyas here." И он сказал ему: Господь Брама совершал здесь яги. And I appeared here to kill Hiranyaksha. И я явился здесь, чтобы убить Хираньякшу. This Navadvip Dham is the most glorious place. Это Навадвипа Дхама чрезвычайно славное место. But its glories have been written in an indirect way, or in a very subtle way throughout the Vedic scriptures. Слава, описание славы Навадвипа Дхамы описано очень косвенным, очень сокрытым образом в писаниях. Study carefully and by my mercy you will find the glories of Navadvip in the scripture. Ты должен очень тщательно изучить писание, и тогда, по моей милости, ты поймешь славу Навадвипа Дхамы. Lord Varahadev said, when Kali Yuga comes, after the avatar of Krishna in the Vaivasvatara Manu in the 28th cycle of the millenniums, then in that Kali Yuga I will appear as Gaura Hari. Господь Варахадев сказал, что когда после того, как уйдет Кришна, то тогда в 28-м цикле тысячелетий Господь придет как Гаура Хари. And I give you the blessing. When I appear as Gauranga Mahaprabhu, you will also appear as my associate. И я даю тебе благословение, что когда я явлюсь как Гауранга Махапрабху, ты явишься так же, как мой спутник. So then Lord Varahadev disappeared. И тогда Господь Варахадев исчез. And Vasudev Vipra studied all the shastras, and he discovers the glories of Navadvip. And in his mind he was chanting Gaura, Gaura, Gaura. But he did not speak, he did not teach others, because it was the will of Mahaprabhu that the glories of Navadvip Dham would remain concealed until after his Prakat Lila. И тогда действительно Васудев Випра стал изучать Священное Писание, и он обнаружил там места, где упомянуто о славе Навадвипа Дхамы, и тогда он стал воспевать в уме Гаура Гаура, но он никому не говорил об этом, потому что это была воля Махапрабху, чтобы эта слава была сокрыта до того, как он явит свои прокатлилы. So because in Navadvip this land is quite high, Васудев Випра gave the name to this place Kola Parvat. А поскольку здесь такая возвышенная местность, Судев Випра назвал это место Кола Парват. Кола means boar. Кола означает вепрь, вараха. So this is the mountain of Varahadev. То есть это холм, гора Варахадева. So this island is called Koladvipa. И поэтому этот остров называется Коладвипа. You did not see, but on the left side, our Param Gurudev installed a very beautiful, beautiful deity of Varahadev. Вы, может быть, не заметили, но там с левой стороны Парам Гурудев также установил очень красивое божество Варахадева. Возможно, нам удастся получить даршан перед тем, как мы уйдем. If you pray like a Vasudev Vipra, oh, please appear before my eyes. Если вы помолитесь как Васудев Випра, пожалуйста, явись передо мной. So this place is very, very significant in Gaura Lila. Это место очень-очень важно для Гаура Лилы. Why did Srila Bhakti Pragyan Keshavaj decide to make math exactly here? Почему Srila Bhakti Pragyana Keshava Госвами Махарадж захотел сделать мат именно здесь? Because in all Navadvip, this very place is called Aparad Banjan Pat. Потому что во всей Навадвипе именно это место называется Апарад Банчан Пат. It means the place where all aparads, all offenses are forgiven. Это означает место, в котором все аппаратки, все оскорбления получают прощение. It was here in this place that Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu gave mercy to Jagai and Madai. Именно в этом месте Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху дали милость Джагаю и Мадаю. It was here in this place that, perhaps you know, once there was one wicked person named Gopal Chapala. Возможно, вы знаете, также в этом месте жил один негодяй по имени Гопал Чапала.
And he was envious of Srivas Thakur. Он очень завидовал Шривасу Такуру. He thought, why is everyone giving respect to him and not to me? Он думал, ну почему все уважают Шривасу Такура, но не почитают меня? So one night he came and he put outside the door on the porch of Srivas Thakur all the paraphernalia for the worship of Kali, like red hibiscus flowers and a skull and sindoor. И так однажды ночью он поставил на крыльцо Шривасу Такура параферналии, чтобы поклоняться богине Кали. Это такие предметы, как череп, красный гибискус, алкоголь. In the morning, when people woke up, they saw this, it was what's going on. Утром, когда люди проснулись, они увидели это и подумали, что происходит. Shrivas Thakur said, alas, alas, you were all thinking that I am a Shuddha Vaishnava, but now the truth has come out. Actually, I am doing daily puja secretly. Alas. Шривас Такур сказал, увы, вы все думаете, что я настоящий вайшнав, но на самом деле теперь правда вышла наружу. Все теперь знают, что я поклоняюсь секретно Кали и провожу Деви Пуджу. Вайшнав will defend Krishna and his Gurudev and Vaishnavas from criticism, but he will not defend himself. Вайшнав всегда будет защищать своего Гурудева Кришну и других вайшнавов от критики, но никогда не будет защищать самого себя. So then the people said, oh, Shrivas, we don't believe you. Люди сказали, Шривас, мы тебе не верим. You have not done this. Someone else must have done it. Ты точно этого не делал, это кто-то наверняка тебе такое подставил. So then, for this offense, Gopal Chapala became struck with leprosy. И за это оскорбление Гопал Чапала поплатился тем, что заболел проказой. Oh, there was another person also, Gopal Chakravarti. И также был другой человек, Гопал Чакраварти. Once there was a meeting in Adi Saptagram. Однажды была встреча в Адисаптаграме. And Srila Haridas Thakur was there. И там был Srila Haridas Thakur. And everyone was discussing Krishna Nam Mahima, the glories of the holy name. И все обсуждали славу святого имени. Someone said, the name of Krishna destroys all pap, all sins. Кто-то сказал, имя Кришны разрушает все грехи. Someone said, the holy name of Krishna gives mukti, liberation. Кто-то другой сказал, что имя Кришны дает мукти, освобождение. Srila Haridas Thakur said, this is not the glory of Krishna. И Шрила Харидас Такур сказал, но это не слава святого имени. Only Nam Abbas, the semblance of Krishna Nam, will destroy all sins and give liberation. Он сказал, только Нам Абас даст освобождение и разрушит все грехи. The fruit of Harinam is Krishna Prema. А плод Харинамы это Кришна Према. So then, Gopal Chakravarti, he thought he was a very learned Brahmin pandit. И Гопал Чакраварти решил, что он очень образованный, знающий брамин пандит. He said, oh, how can you say this bogus thing? И он сказал, да как ты можешь говорить такие глупые вещи? This is not in the scripture. Этого нет в Писании. That someone just once chanting the name of Krishna, only Nam Abbas even, to refer to something else. Sankirtan Paryasam Bas Baba Stobam Helenam Eva Vaikuntha Gram Grahanam Asheshagam Hiram Kudu. If you chant the name referring to someone else, then how will that give you liberation? Он сказал, если кто-то произнесет имя Кришны и будет иметь что-то, в виду что-то другое, санкете, ну как это даст ему освобождение? He said, oh, if it's not true, then I'll cut off your nose. Если это неправда, то я тебе нос отрежу. Srila Haridas Thakur said, if it's not true, I'll cut off my own nose. А Srila Haridas Thakur сказал, да если это неправда, я сам свой нос отрежу. But then, the father of Raghunath Das Goswami, that was Govardhan Majumdar, uncle Hiranya Majumdar, they were very upset because he made offense in their house and they threw him out. Там был отец и дядя Рагхунатха Даса Госвами, и они были так возмущены, что такое оскорбление совершили в их доме, что они просто выкинули этого брахмана. Srila Haridas Thakur said, don't be angry with him, because the glories of the holy name are unlimited and achicha inconceivable. So any ordinary person cannot understand. Srila Haridas Thakur сказал, не сердитесь на него, потому что слава святому имени удивительна и непостижима, и обычные люди просто не могут ее осознать. But that Gopal Chakravarti, after a few days, he got leprosy on his nose. Но через несколько дней у этого Гопала Чакраварти появилась проказа на его собственном носу. And his nose fell off. И нос отвалился. So there were many offenders like the Jagannath Madai,
Gopal Chakrabarti, Gopal Chakla, and also Devananda Pandit. И таким образом здесь было много оскорбителей, таких как Гопал Чакрабарти, Гопал Чапала, Джагай Мадай и также Девананда Пандит. Devananda Pandit was a learned scholar. Devananda Pandit был ученым. And he used to give class on Srimad Bhagavatam, but he did not hear from Vaishnavas. Jaha Bhagavata Pada Vaishnavayana Stani, Ekantara Swai Koro Chaitanya Charani. So he did not really understand the meaning of Bhagavatam and he would give some impersonal explanation. Он был образованным, он давал классы по Шримад Бхагаватам, но не слушал Шримад Бхагаватам о чистых вайшнавов. И поэтому он мог давать просто свои какие-то имперсоналистские философские измышления. He lived in Vidyanagar. Он жил в Витянагаре. When Chaitanya Mahaprabhu was doing Sankirtan there, he stopped and he said, oh that Devananda, he's making offense, I'll tear up his Srimad Bhagavatam. И когда Шри Чайтанья Махапрабху совершал там санкиртан, то он указал на это место и сказал, вот здесь живет Девананда, и я просто сейчас разорву его Шримад Бхагаватам. So after some time, Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip to take sannyas. И через какое-то время Шри Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу, чтобы принять саньясу. But during that time, Devananda Pandit was saying, oh, when Mahaprabhu was here in Navadvip, I never went in his Harinam Sankirtan. И в это время Девананда Пандит сокрушался и думал, о, как когда Чайтанья Махапрабху был здесь, я никогда не ходил на его киртан. He felt regret about this. И он почувствовал сожаление. But he heard news that one associate of Mahaprabhu, Vrakrishna Pandit, was having a kirtan nearby. Но он услышал новость, что один из близких спутников Махапрабху, Вакришвара Пандит, проводит киртан неподалеку. Vrakrishna Pandit was very famous. He could dance in kirtan for 72 hours non-stop. Vrakrishvara Pandit был очень известен тем, что он мог танцевать в киртане 72 часа напролет. So many devotees went there and Devananda Pandit came to have his darshan. Туда пришли очень много преданных, и Девананда Пандит тоже туда тихонько пришел, чтобы получить его дарша. So when Devananda Pandit was dancing, he became in such ecstasy, he fainted and fell to the ground in the dust, right at the feet of Devananda Pandit. И когда Вакришвара Пандит танцевал, он так танцевал в таком экстазе, и вдруг он просто упал у ног Девананда Пандита. And Devananda Pandit sat down and picked up the Vrakrishna Pandit and with his own cloth he was wiping the dust from his face. И тогда Девананда Пандит наклонился, приподнял Вакришвара Пандита очень аккуратно и стал своей собственной одеждой стирать пыль с его лица. Oh, without serving Vaishnavas, no one ever attained perfection. So simply because he did this simple service to Vrakrishna Pandit, the heart of Mahaprabhu began to melt. Без служения вайшнавам никто никогда не достигнет совершенства. И лишь благодаря тому, что Девананда Пандит совершил такое незначительное служение Вакришвара Пандиту, сердце Чайтанья Махапрабху растаяло. So many years later, when Mahaprabhu went from Jagannath Puri, was going to Vrindavan, he came to Navadvipa. И много лет спустя, когда Чайтанья Махапрабху шел из Вриндавана в Навадвип, в Джаганатхапуре, он пришел в Навадвипу. And at that time, all those who had avoided him when he was in Navadvip Lila, they came to see him. И в это время те, кто все это время избегал его, пока у него были Навадвипа Лила, сейчас они пришли к нему. Майавади карманишта кутаки курган, нинука пашанти арападова адхам. When Mahaprabhu was doing his lila in Navadvip, he wanted to give mercy to everyone. But six types of people, they ran away from his mercy. Когда Махапрабху совершал свои лилы в Навадвипе, то он хотел раздать милость абсолютно всем. Но шесть типов людей избежали его милости. Mayavadis. Mayavadi. Karmanishta, those who are addicted to the performance of fruitive reward-seeking activities. Кармаништха — это те, кто очень привязаны к тому, чтобы совершать кармическую деятельность в надежде на результат. Кутаркикаган — those who are addicted to the bad logic. Кутаркикаган — те, кто привязаны к ньяю, к дурной логике. And Ниндука — offenders, like Гопал Чапала. Ниндука, оскорбители, критиканы, как Гопала Чапала. Пашанди, atheists, those who reject the authority of Ved Shastra. Прасанди, атеисты, которые отрицают авторитет Вед и Шастр. And Падо Адам, or very puffed up students. И
И очень такие напыщенные студенты, ученики. So they all ran away. But when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and then he returned to Navadvip, all these various offenders, they came here to meet him and they gave pranam at his feet and Mahaprabhu forgave everyone and gave them Krishna prayer. In this place, apraad bhajanta. И тогда они избежали милости Чайтаньи Махапрабху, но когда он снова вернулся в Навадвипу, уже будучи саньяси, они все пришли к нему, предложили свои поклоны, он простил их и пролил на них свою милость в этом самом месте. So I consider myself in all of those categories. И я считаю, что я отношусь ко всем этим категориям. Vancha Tosmi, Vancha Tosmi, Vancha Tosmi na Sanshaya, Vishram Gaura Rasai Magnam, Sparsho Bhima Manabhavat. I am cheated, I am bereft, I am bereft, even though Gauranga Mahaprabhu has flooded the whole world with Krishna praying. A miracle happened, somehow or other, I have not been touched by even a single drop. Я обманут, я лишен сокровищ. Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху пролил свою милость абсолютно на всех, мне не досталось ни капли. So I have come here to pray for the mercy of Mahaprabhu, Radha Lord Bihari, Lord Varahadev, Gurudev, Param Gurudev, Srila Vamanarajan, all the Vaishnavas. Please forgive my offenses and bless me. Pray Vandana Pina Vyaka, Tarika Tiva, Dasa Kuvara Vyaka, Mori Deva, pray Vandana. И я пришел сюда, в Девананда Гаудия Мат, просить милости Радха Винод Бихари, Вараха Дева, Парам Гуру Дева, Гуру Дева, Шри Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа и всех вайшнавов простить мои оскорбления и благословить меня. So, perhaps you know that this Navadvip Dham is a bit of Vrindavan. Возможно, вы знаете, что это Навадвип Дхама, это обидно Вриндаван. Not different from Vrindavan. Не отлично от Вриндавана. So, just north of here, that is the forest of Bahulavan. И к северу отсюда находится лес Бахулаван. And this place is Jayagiri Raja Jayagopadana. And who is Devananda Pandit? А кто такой Девананда Пандит? He is the incarnation of Bhaguri Rishi. Он инкарнация Бхагури Риши. At the Brahmins, headed by Bhaguri Rishi. Actually, Bhaguri Rishi is Krishna's Diksha Guru in Braja. Bhaguri Rishi va Braja – это Diksha Guru Krishna. So Bhaguri Rishi and the sages, they perform yagyas at Govinda Kund and Govardhan. Мудрецы во главе с Бхагури Риши совершали яги на Говинда Кунде, на Говардхане. And Srimati Radhika, Lalita Vishakha, all the sakis taking ghee in golden pots upon their heads on the pretext of going to give the ghee in the yagya of Bhaguri Rishi, they all go and secretly meet with Krishna at the Giriraj Govardhan and Shyama Kundrana. Srimati Radhika, Lalita Vishakha и Сахи несут ги в золотых горшках на своих головах для того, чтобы и под предлогом того, чтобы передать эти горшки для яги и Бхагури-риши и мудрецам, они идут на самом деле на встречу с Кришной, чтобы встретиться с ним на Говардхане, Радха-кунде и Шьяма-кунде. Все предложите пранамы и пранаме для служения Шри Радха Винод Бихари.